Надо покупать. Я говорю ноль, и ты создаешь. Ага, готов, мышка готова. Да, да, да. Давай, сливай. Сливай. Здорово всем, ребята, Кирин Туха на проводе, и сегодня я не один, со мной! Всем привет, с вами я, Анетка! И прямо сегодня, ребята, мы снимаем нереальную рубрику «Всегда говори да!» И в этой рубрике Анетка мне будет давать самое коварное, самое жесткое задание, и я буду всегда на них отвечать только «да», если она мне скажет «НТПК, а ты хочешь продать кирпит голд за 0.3?» Я должен буду его продать за 0.3. Или если она скажет «КентПК, а ты хочешь купить у меня скин за 200 тысяч голды?» Я тоже буду должен сказать «да». Поэтому, ребята, пожелайте мне удачи. С вас лайкусик, подписочка. Ну что же, вперед к первому заданию. Ну а если ты хочешь получить этот замечательный кукри, тебе надо, первое, поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, напиши любой хороший комментарий, плюс твой ID. И третье, самое главное, братишка, буду проверять, даже нет ленивой, посмотреть все видео от начала до конца без единой перемотки. Просто взять и посмотреть от начала до конца. Все, ребята, всем желаю удачи, а мы идем дальше. И да, чем больше комментариев, то тем больше шанс на победу. Анетка! Анетка! Я тебя даже бомжеткой не буду называть. Какое первое задание, дорогулечки, ты моя? Ты готов к первому заданию? Конечно, готов, мой пупсик. Какая ты у меня красивая, ты, с бородой. Хорошо. Так. Ты готов купить Снемелис коллекции? Говори, да или нет? А что я пока... Да! Ты готов купить Финфал Лезер? Что? Не, подожди, ты серьезно сейчас? Похоже, что я шучу? Не, подожди, ты хочешь, чтобы я купил FNFL Laser? Нет, это ты не у меня спрашивай, я спрашиваю. Ты готов купить FNFL Laser? Не, ну я-то готов. Ну, может, не надо их покупать. Ну, ты нормально, 15 голды. Заходи на рыночек. Не. Да это что-то первое задание, что будет дальше? Он стоит 17 косарей. 17 косарей, это капец. За 25 555. Видишь? Нет, я не вижу, я слеп. Я не вижу. Подожди, не ври мне, ты видишь? Да вижу я. Ну ты вообще нормально, ты сейчас уехал или как? Ты готов купить скин за 25 555? Да! Надо покупать. Покупаю. Ты готов купить? Да готов покупать. Я купил, ты ненормальный, я. Посмотри, ну вот это где? Где FNFL Laser? За 25 косарей, где этот? Где этот скин? У меня никогда не было FNFL Laser. Анетка, ты ненормальная. Поверь мне, когда бы не... О, вот он, вот, я вообще применю. По дешевочке, недорого. Спасибо тебе большое, моя любимая Анетулечка. Как смешно-то. Да очень рад, очень рад. Любимый мой КентПК, ты готов ко второму заданию? В смысле, еще второе задание будет? Мать моя женщина! Ну, если у меня вариантов нету. Да! Я готов. Хорошо. Тогда ты готов купить рарку с арканой? Только ту, которую ты вообще что первый раз увидишь. Подожди, в смысле? Рарка с арканой. Какой, с наклейкой или с чем? Да, да, с наклеечкой. Ну, а как еще? Согласен? Окей. Нет, не согласен. Так, подожди, я еще раз спрашиваю. Ты готов купить рарку? Да готов, готов. Наклейкой. Хорошо. Ты сейчас заикаешься. Не, все хорошо. Слушай, а можно статрек хотя бы выбрать? Ну, чтобы недолго листать, я сейчас буду 1000 лет листать. Пожалуйста, по-братски. Ну, ладно. Так, статрек. А любую рарку можно выбрать, правильно? Да, любой. Только ту первую, которую увидишь с наклеечкой Аркана. Да? То есть я сейчас захожу на скин, да, я сейчас захожу на скин. Например, Desert Eagle Red Dragon. Я сейчас листаю, пока не увижу Аркану. 5 minutes later. О, смотри, вот это Аркана. Ну ты знаешь, вот это самая дорогая Аркана. Danger, слышала такой? Да, конечно. Это только не Аркана. Это Аркана! Подписчики, это Аркана или нет? Стай! Да юхани, бай-бай. Так, о, вот это Аркана жесткая. Вот это, а, блин, это опять то же самое. Так, сейчас покажу. О, сколько Аркан. Так. Вот это Аркан, вот это три Аркана. Смотри, ну, три Аркана я нашел. Ты знаешь, сколько они стоят? Нет, это не Аркана, листай. 5 minutes later. Короче, ребята, я нашел эту долбанную наклейку Аркану. 3 косаря! 3!
Я прямо сейчас просто беру и покупаю. Реально, это не пранк! Это не шоу, это я по-настоящему трачу. Мы настоящий голдун, просто какой-то типу за 3К! Я не понимаю, почему никто не мог выставить наклейку Аркану на Desert Eagle Red Dragon дешевле! В итоге долистал до 3 костерей, пока не нашел первую Аркану. Самый главный вопрос. Ты готов купить? Конечно. Скин за 3000 голды! Всегда мечтал скин, который стоит 30 голды, купить в 100 раз дороже, а именно за 3 косаря. Все, 3, 2, 1, покупаю! Ник трейдер! Блин, да, тип успешный трейдер, чисто натрейдил на кенте. Вот, самое главное, я прошел 2 задания, это прям очень хорошо. Ну что, малыш, ты готов к третьему заданию? Какой еще ты малыш, ты еще не видел моего малыша. Там не то, что там не малыш, там... Купить 10 райвел китичка и выбить одну единственную арканку, хотя бы одну. А если ты ее не выпьешь, то я продам твой керамбит голд за 0.03. Ты согласен, зайка моя? Алло, женщина, ты нормально? Блин, сколько не стоит, надеюсь, там по 50 голды стоили. Сколько, сколько? 169. Раз, два, три, четыре. Блин, я тупо нищий. 6, 7, 8, 9, 10. Это трындец. Ладно, все. Че, открывать или как? Конечно, не забывай. Слушай, одну аркану. То есть, если я аркану не убиваю, только я понимаю, ты продаешь мой керамбит голд. Правильно. Правильно понимаю. Не-не-не, Анетка, ты меня больше не девушка после этого. Ладно, окей, окей, поехали. Окей, окей, почтенные. Техника легкой руки, поехали. Сейчас будут аркены, смотрите, завидуйте, хейтеры. Как рядышком, как рядышком. Ладно, окей. Ну, для начала легендарка это очень даже хорошо. Идемте дальше. Анетка, пожелай мне, пожалуйста, удачи. Желаю тебе удачи, зайка моя, лисичка. Давай, давай, давай! Застранка, ты моя! Ах ты, падаль-то какая! Ответь, ну, не ты, Анетка, а вот этот кисик. Так, подожди, ответь на вопрос. Ты падаль? В смысле, что за вопросы? Ну да! Поехали! Так, так... Не, ну это прикол какой-то. Опять смотри, это же команда Ancient! Ядрить, Калтик, как же он был рядышком. Так, пожалуйста, просто, ребята, хэштег. Хэштег арканы выпадай. Блин, понимаете, я уже потратил 1 000 000 000 голдишки. Египетская сила, я тупо нищий. Вау, давай, давай, давай. Опять, смотри, 3 раз подряд. Справа же команда был, 3 раз подряд. Это нормально, это незаконно. Все, я делал бусик, я делал бусик. Анетка, мне сейчас выпадет арканы, скажи честно. Ну, я думаю, что да. Спасибо, 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 дорожечки, ты моя. Смотри, аркан даже не пролетела. Нет, чисто Анетка накаркала. Аркана просто даже не пролетела. Я даже не видел просто в глаза, понимаешь? А ты вообще рад, что согласился на такую авантюру? Да блин, Анетка, это капец какой-то. Я потратил уже 1000 сколько? 1030 голды, наверное. Так. Ты что, какой замечательный Desert Eagle Dreadly. Спасибо большое. Опа. Давайте дальше. Не, это незаконно, Анетка, это не нормально. Ну тогда все, готов попрощаться с керамбитиком. Керамбитиком, керамбитик. Ты готов попрощаться? Что ты? Да, я готов, да, я готов. Все. Блин, блин. Аркан, умоляю, 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 аркан, аркан, любима. Давай. Это был генезис. Мне была рарка вонючая. Это просто ненормально, сколько я уже все потратил. Ладно, идем дальше. Так, все, открывай, да? Конечно, открывай. Конечно, поехали, поехали. Давай! Ну зачем мне легендарка? Все, это мой последний шанс. Это мой последний шанс! Ой, класс, керамбитик, пока! Такой пока! Пока-ся. Отстань, отстань, отстань! Сейчас все будет, Лиза, сейчас все будет, работают профессионалы. Ну что, ребята, смотрите, сейчас вот аркана. Ого! Нет! Нет! Хорошо. Сейчас, подожди, керамбитик мы оставим на потом. Подожди, готов услышать 4-е задание? Да. Ты должен зайти в закладочку и сыграть своими ножками. И сделать 2 килла за раунд. Согласен? Что?
Не, ну я, конечно, попробую, дорогулечки ты мои, я, конечно, попробую. Ё-моё, ой, блин. Ты понимаешь, она, конечно, растяжка уже не та. Это просто нереально. Это просто нереально. А можно, пожалуйста, тебя второй рукой просто ходить? Просто ходить, пожалуйста. Ну, мизинцем. Согласен? Все, мизинцем. Все, мизинцем хожу, мизинцем хожу, все, договорились. Ай-яй-яй, у меня уже нога затекла. Два... Ля, кепоты играют. Ну, кто флешку поставит? Кто флешку по своим-то бросает? Вы чего, пацаны? Аккуратненько, аккуратненько, Санечка, снимаешь. Пацаны, побежали, 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 побежали. Мы обкакались. Ладно, идем к следующему раунду. Стой, как перезарядиться? Отвали, отвали. Да! Это, подожди. Твою налево, это мой тиммейт подосрал, кидала. О, я хэдшот. Тутип, тутип. Да, да, я достал. Фух, я был на этот челлендж. Все, теркер-голд можно и продавать, надеюсь. Правильно ты слово отвечаешь? Правильно? Заходи в свой инвентарь. В смысле, а зачем заходить? Я не хочу. Ты заходишь? Ну, ты хочешь зайти в свой инвентарь? Зашел. Ну вот, сейчас будем продавать весь твой инвентарь. Ты согласен? Что? Даже керамид голд? Ну, конечно же, он в том числе. Что, метки, я? Все, Нитка, тебе просто полная попа. Я приду тебя отшлепаю. Окей, я зашел в инвентарь. Что мы делаем дальше? Ну что, давай продавай, пойдем на стоп за 0.03. Давай быстро, быстро, согласен? Хочешь? Хочешь это сделать? А, да, да, ну, он дешевый, это, в принципе, Ареса, я не против. А, дешевый, значит? Продавай! Не, да я продам! Все, продам! Заходи, хорошо. Что, это Аркана? За, не давай, смей. За 0.03. Не смей, женщина, подожди. Не смей! Ты будешь мне всю ты жизнь борщи продать? Готовить. Да. Ты хочешь? Да. Я еще раз. Да. Продавай. За 0.03. Тише. Что-то приятненько сделала. Как я тебя люблю, как я тебя люблю. Давай еще продавай, еще. Еще? Конечно, блин, сколько у тебя реально их много. Так, слышишь, сама да. Продавай, не буду продавать. Ты хочешь продать? Да, очень хочу. Очень. Пока. Продавай. Пока. И еще один. Еще три. Это мое любимое число. Мать моя женщина, я Гриболий Папуанетка. Ну ты вообще нормально? Если ты видишь, 40 голды потратил. Ты хочешь продать 5-7 Venom? Да. Давай сразу 5 штук продавай. Сразу вот так вот. Что? Давай, быстро. Без слов быстро продал. А Нэнка, ты в сосну въехала. Ну, стоп, стоп. А ну с наклейкой. Давай быстро с наклейкой. Я не хочу. Я не хочу. Нет, все продавай с наклейкой. Фу, блин. Все, фу. Чтоб ни единой не осталось. Два, два, три. Анетка, и... ты ненормальная. Окей, там где 4, там где 4. Ага. Блин. Давай. 4. Ты нормальная! И давай пятую. Ты рад? Ты рад, что продаешь? Я очень рад, Анетка, я тебя так сильно люблю. Так сильно люблю. Я хочу новый, ты че ли, Джобс? Блин, да я же собираю для трей, да! Какая ты пыль. Короче, я заказываю за 1348. Давай! Сливай! Сливай! Ты нормальная! И твои любимые тычки были, Джаус, мои любимые стычки. Они мне были как брат. Фу, фу, Нетка, ты ненормальная, ты слишком жестко. Керамид гол! Нет! Не только не его, не прошу. Это десерт этого видео. Нет! Подожди, ты согласен? Продать керамид гол. Да. Начинай продавать за 0.03. Готов продать керамид голд за 0.03. Да, я готов. Ага, я готов продать. Ну, я считаю до 3. Давай. Нет, давай, давай. Раз. Дальше два. Давай. Два. Два с половинкой! Два с половинкой! Нет, 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 нет. А
один. И я говорю ноль, и ты создаешь. Ага, да, готов, да, мышка готова. Да, да, да. Так, шутка, это шутка. Это шутка. Анетка, не было у меня больше девушки посреди шуток. Да, ребята, ссылка на Анетке есть в описании, там у нее, будет у нее продолжение. Я так над ней поиздеваюсь. Подожди. Вы даже не представляете. Я и так попочку надеру. Вы просто даже не представляете. Поэтому, ребята, если понравилась подобная рубрика, прямо на секунду прожмите огромнейший лайк. Обязательно подпишитесь на мой канал. И если вы хотите на халяву получить МДБНЭД для блуд, напишите любой хороший комментарий и подпишитесь на мою телегу, ссылочка есть в описании. Все, ребята, с вами был ваш Кентуха. Всем хорошего настроения, всем удачки и всем пока-пока.